На прошедшей неделе наша делегация побывала в Мадриде, где состоялось сразу несколько важных для нас встреч. Это заседание исполнительного бюро Организации города и местной власти, посещение штаб-квартиры Всемирной туристической организации UNVTO. И мы пообщались с нашей коллегой, мэр Мадрида Мануэла Кармен, которую мы договорились о сотрудничестве в области туризма и культуры. Надо отметить, что проделанная работа в продвижении Казани дает свои результаты. Наш город уже не путают ни с каким другим, в том числе и регион, уверен, называет Татарстан. Но, тем не менее, работы мы презентовали наш потенциал туристический, коллеги, в гостеприимном нашем посольстве. Очень хорошие впечатления о команде посла. Лично сам посол Евгений Петрович такой авторитетный, профессиональный, со стажем дипломат. И касательно, вот сейчас будет выступать Дарья Александровна о старте туристического сезона 2017 года. Но я хочу сказать, особенно вот посещение штаб-квартиры Всемирной туристической организации, понимаешь, что можно самому песню петь, но все-таки, когда человек закончил музыкальную школу, музыкальное училище, особенно консерваторию, то и голос, и исполнение отличается. Поэтому я не буду давать оценку, что мы закончили, какой курс, но точно есть чему поучиться. Организация со стажем, с большим опытом, с большим размахом, всемирная, она действительно всемирная. И мы бы очень хотели, вот с Евгением Анатольевичем мы об этом говорили, с Дарьей Александровной, с коллегами, много чему можно и научиться, и нужно научиться. И это обязательно поможет в продвижении Казани как туристического большого мегаполиса. Старт туристического сезона – это, безусловно, такое условное начало отчета. На самом деле мы, слава богу, востребованы в течение всего года. Казань интересна и в зимний период, и в осенний, и в весенний, но в летний период турпоток выше и активнее приезжают к нам гости, поэтому и задачи на летний отрезок туристического сезона, они более масштабные. Хорошо, что придумываем уже теперь не новые, но формы работы – это флешмоб, потому что социальные сети, Инстаграм, интернет и так далее, люди увозят с собой фотографии, увозят впечатления. Но самое главное впечатление – это от людей. Это очень важно, и мы должны в этом направлении работать. Тут мелочей нет. Еще раз возвращаясь к нашему посещению Всемирного штаб-квартиры Всемирной туристической организации, вот мы много встречаемся, много общаемся, стараемся выстраивать партнерские отношения, но вот как после, наверное, 10 класса, когда первое впечатление, когда ты попадаешь в большую аудиторию федерального университета нашего, казанского, и ощущения совершенно другие, вот так и здесь. Они презентовали масштабно нам все свои проекты, в том числе указали на особую роль Казани в «Шелковом пути». Вы знаете, насколько важный проект занимается лично главы государств, и этому посвящено много туристических форумов, выставок, встреч не только туристических организаций и министров туризма, которые курируют эти направления, но и министров иностранных дел. И они указали во всемирной штаб-квартире особую роль Казани в «Шелковом пути». Поэтому нам есть куда расти. Давайте будем работать усиленно в этом направлении.